Это день рождения всех жителей, которые живут в нем. Желаем вам хорошего настроения, здоровья и хорошего отдыха. И сегодня наш город живет. Преображаются улицы, ремонтируются дороги, подъезды жилых домов, развиваются и работают предприятия, организации и учреждения. И планов на будущее еще очень и очень много. А за всем этим стоят люди. Люди разных профессий, разного возраста, разных увлечений. Они делают наш город прекрасным. Конечно же, от всего сердца хочу поздравить всех нас с этим замечательным, главным городским праздником, днем рождения города Ивангород. И хочу пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, всегда хорошего, доброго настроения. И уже по хорошей традиции, сложившейся в День города, мы чествуем наших лучших людей, всех тех, кто трудится на наших производствах, в наших организациях, всех тех, кто делает наш город лучше. В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования города Ивангород 25 июня 2020 года номер 42 присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования город Ивангород Енисейского муниципального района Ленинградской области Федору Леонидовичу Ноздре». Уверен, что Федор Леонидович не нуждается в представлении, все вы его прекрасно знаете, но я немножко остановлюсь на славной биографии этого человека. В далеком 1972 году Федор Леонидович молодым специалистом прибыл на джутовую фабрику. И джутовая фабрика была, скажем так, одним из градообразующих предприятий. Были построены многоквартирные жилые дома по улице Котовского, 17, 19, 21. Проводилось комплексное благоустройство внутридворовых территорий, проводился капитальный ремонт зданий, сооружений микрорайона. Весь микрорайон практически был закатан в асфальт тогда. Проводилась огромная социальная поддержка, ремонт зданий полиции, школы, больницы. И заслуг можно перечислять огромное количество, но я считаю, основной заслугой Федора Леонидовича является то, что он все-таки смог сохранить это предприятие. Заслуженное высокое звание почетного гражданина нашего города. Я хочу желать вам счастья, обязанности, личный вклад в устойчивое развитие и функционирование организации города, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования и в честь празднования 528-й годовщины со дня основания Ивангорода. See you.
Вангородцы, гости сегодняшнего торжественного мероприятия, позвольте мне от себя лично, от администрации Вангорода, поздравить всех вас с днем рождения нашего города, с годовщиной освобождения Вангорода от немецко-фашистских захватчиков. Ну и, конечно, сегодня все самые добрые слова, все самые наилучшие пожелания для вас, для тружеников, кто ежедневно на своем боевом посту делает наш город лучше, делает наш город краше, уютней, гостеприимней. И, конечно, безусловно, без вас никакое развитие нашего города абсолютно невозможно. Наш уникальный город продолжает развиваться. Только в этом году практически 500 миллионов будет инвестировано в Вангород. Это средства областного бюджета, средства районного бюджета. Это наш с вами местный бюджет, наш с вами вклад в общее дело. И совсем недавно, буквально месяц назад, Александр Юрьевич, когда приезжал к нам в город, мне очень понравился его ответ. Один из ветеранов задал вопрос: Александр Юрьевич, ну что будет с нашим городом-то? Как мы дальше-то будем жить? И он, на мой взгляд, сказал такую фразу, которая может для нас, для ивангородцев, стать девизом. Он сказал: через 5 лет норветяне будут завидовать уровню жизни в Вангороде. Вот давайте мы возьмем этот девиз и будем вот эти ближайшую 5-летку трудиться таким образом, чтобы это действительно стало реальностью. А я могу совершенно точно, откровенно и ответственно заявить, что сейчас для нас, для этого есть все возможности, и мы, безусловно, сделаем все возможное и даже невозможное с удвоенной силой, с удвоенной энергией. Ну а мы со своей стороны, наша большая команда, это Совет депутатов, это администрация района, это правительство Ленинградской области, наш губернатор, ну и, конечно, наши жители. Я думаю, что только вместе, только объединив усилия, объединив энергию, мы сможем добиться самых лучших и высоких результатов. Я бы хотел, чтобы мы аплодисментами поблагодарили всех врачей, медицинских работников, волонтеров, которые все эти месяцы, тяжелейшие месяцы для нас, для всех, находились на своем боевом посту, отдельно от своих семей, от своих близких, знакомых. Низкий поклон, спасибо вам огромное, Ольга Николаевна, сегодня с нами. Спасибо вам, вы настоящие герои для нас. Мы вами очень гордимся. С праздником вас, дорогие друзья, с днем города! Цветет, хорошеет, и очень хорошо, что в этом городе сочетаются как инновационные технологии, да, так и сохраняется историческая
изюминка, она не теряется. Я хочу вас еще раз поздравить от компании и также поблагодарить медиков, которые очень стойко, так сказать, сражались за здоровье жителей и Ивангорода, и Кингисеппского района. Ты уйдешь с рассветом.